И регистрация. Участниц. Братушняк. Сядь. Сашкевич. Доминиченко. Мариныч. Дмитриева. Зараз чекайте. Почекайте. Почекайте. Здесь удачная позиция у нас. Вперед, девчата. Молодцы. Пожелаем успеху. Известные все смены прошлого. Сергей, да, с семьей дуже приемно. Вот. Будущие чемпионки, спортсмены подрастают уже. Да, Серега. Приемно. Есть лидер, вижу так. Отрывается дальше и дальше. Так. Ну, 2 километра надо рассчитать. Красивые косички, ленточки в косе. Так. Просто надо мечтать. И остальные участницы тоже. Стараются. Да, прекрасное спортивное мероприятие. Алексей там рыбак. И, по всей видимости, Николай. Я взял подставку Николая. Сейчас разберемся. Сейчас пока легкая атлетика. Спортивный канал Горишка. Спорт-спорт. Ай, сейчас сделаем. Так, это лидер, лидер. Лидер 159. Я бы назвал красивая ленточка в косичке. Красивая, цветная, интересная, спортивная. Два километра. Перший круг и еще коло завыше. 1 километр. Один Настя. Настя и дает. Быстро бежит. Вот, давай, Настя! Настя, так же Настя. Сестрички, возможно, в одинаковой форме. Надя. Вот все девочки. Стараются как надо, слышь, прям так. Техника интересная. Вика Денисюк, Петро Яковлевич. Километры София Карпович. София Карпович, лидер, лидер. Одного, по всей видимости, забега, финального мы его так тогда назовем. София Карпович. Запоминайте имена наших лидер, чемпионок. Черлидер. Это уже девочка, по всей видимости, опоздала на старт. И так Алла Николаевна. Велогонщик лидирует. Сколько внимания, да, велогонщику? Никогда столько внимания. И София, София, умничка. София Карпович, перемогла. Карпович. Вітаємо. София, умничка, молодец. И другие участницы. Походить, подышать. Прослухайте, будь ласка, результаты
кросу є на тренера, 3 тисячі метрів. Софія. Курточку. 17. Єгор Казаков. 10. Вторая участница. Всеволод Комаровский, 11, 48 секунд. Умничка, молодец. Володимир Крутько, 10:55 секунд. Подышать, Дмитро походи, Кирик, походи. 14, не останавливаться. Хвилин, подыши. 6 секунд. Подыши, походи, походи. Михайло Катрин, 12:13 секунд. Подыши, подыши, выходи, не стой, оно легче будет. Когда стоишь, то тяжелее. Походить, подышать. И не падать, походить, девочки, дышать, дышать. Лучше. Поднять руки. Сгибаются, так это не, это не очень приятно. Где тренера? 18 секунд. Походить, подышать, потом водичка, потом все остальное. Надо восстановить дыхание. Богдан Денис, 11:25. Финишируй. Проходить, проходить. Молодцы. 2 километра финиш, девчата. Вот мы. Походить, походи, а то сложаться сразу. Походить, да, вот сразу. Который Яковлевич, правильно. Походить, подвигаться, даже где-то пробежаться через. Хорошо, ждем следующий забег. Благодарю за внимание. Походить, походить. Подними ручки, вдохни хорошо, чтобы дыхание обратно восстановилось. Тогда легче будет. Слушай. Хорошо. Орешка, тренер дальше. На полставки. Без ставки. Добровольно на начало. Общественно. Давайте, ждем следующих. Благодарю за увагу.